Сегодня получили примулы серии Беларина, 18 сортов. Вот как они выглядят, уже выгрузили на тролли, на поддончиках. Хочу сказать, что в этом году качество хорошее пришло. Вот видите, какая корневая. Они уже сейчас посадить, если в грунт, через 2 недели могут уже начинать бутоны набирать. Вот есть вообще вон какие высокие. Есть, конечно, немножко поменьше некоторые сорта. Вот здесь вот. Есть вот и поменьше. Но это от сорта зависит, да. От выгонки. Есть вот такие тоже крупные, шикарные. Но так, в этом году поставка очень хорошая, примул. Вот. Так что завтра будет у нас заезд на Евразию. Будем завтра на выставку. То есть послезавтра, с 14 августа, открытие выставки в Евразии. Приходите на выставку. Кто-то заказывал примулы, получать свои заказы. Также можно в свободной продаже купить будет их. 18 сортов примул будет. Вот. Это остаточки с прошлого года зимованные. Вот опять зацвели уже второй раз примулки. Эти будут немножко подороже в литровых горшочках. А эти, как всегда, в кассетах по 250 рублей. 18 сортов примул. Приходите на выставку с 14 по 20 августа.